Доброго здравия, дорогие братья и сестры. Сегодняшний эфир песни 21, можно сказать, экстренный, внезапный. И песню я не особо планировал. Вот, и повод совершенно как бы неподходящий к елочке, к нашим праздникам. В общем, здравствуйте. Ушел Виктор Топалер. Сегодня я стал меньше, слабее, не знаю, потому что мы состоим из наших друзей. Я не могу похвастаться, что мы с Виктором Александровичем друзья ясельные там какие-нибудь или школьные. Нет, мы не так давно были знакомы, не так много. Но бывают такие случаи, когда встречаешься с человеком, и ничего ему объяснять не надо, и ему тебе ничего объяснять не надо. Вы понимаете другого с полуслова, он понимает, кто ты, он понимает, ты понимаешь, кто он. И вы думаете так, чувствуете так, и с той же силой, и относитесь ко всем обстоятельствам так. Я могу сказать, что Виктор Александрович Топалер – это лучший на сегодняшний день журналист, который, как сказать, как художник смазал мой портрет, да, лучше мой портрет, ну, журналистский, если можно так сказать. Ну, сильный журналист, который занимался в Нью-Йорке глыбами, людьми большими из культуры, литературы, политики. То есть там у него были в эфире разные очень масштабные личности, были очень полусвятые такие люди, были большие-большие негодяи, на которых клейма негде ставить, но это были масштабные личности. Вот. И я благодарен Виктору Топалеру, что он меня, грубо говоря, посчитал. И я побывал у него в эфире, и я его знал давно, по передачам. И когда смотрел на его эфир, понимал, что это человек рентген. Он насквозь, даже посмотрите на его фотографию, там вот в интернете посмотрите, он насквозь смотрит на человека, просто пробивает его и видит всю наизнанку. И я видел, что эти глыбы, которые были его гостями, многие боялись его, боялись давать ему интервью. И я тоже боялся прийти и сесть в это знаменитое кресло Виктора Топалера. Но вы знаете, когда я сел туда, я почувствовал такую легкость, вот, совершенно безопасность, какую-то такую открытость. И я благодарен ему за то, что он сделал. Благодарен ему за то, что он был. И лучший способ выразить свою благодарность, я думаю, ему, это будет эта песня, которую, и этот эфир, который я ему, мой небольшой эфир, который я ему посвящаю. Полетела звезда точно мелом по небу, значит, кто-то из нас должен скоро уйти. Он уходит туда, где ни разу он не был. Что ж тогда, добрый час, да не сбейся с пути. Полетела звезда, полетела, нет ей дела до всех, нет предела. То ли я, то ли ты, то ли наши мечты. Полетела звезда, полетела. Уходя в дальний путь, где бы ты ни скитался, помни тесный наш круг, помни жаркий очаг,
остальное забудь. Все, чего добивался, твой доделает друг, а быть может и враг. Полетела звезда, полетела, у нее, у звезды, там есть дело. И задача проста, от креста до креста. Полетела звезда, полетела. Каждый час мы как будто играем. У кого сколько есть, сразу на чистовик. Только здесь и сейчас, то смеясь, то рыдая, точно новую вещь проживем каждый миг, каждый миг. Полетела звезда, полетела. Всех нет предела, от звезды до звезды, от звезды до звезды. Полетела звезда, полетела, полетела звезда, полетела. У нее, у звезды, там есть дело, то ли я, то ли ты. Мечты. Полетела звезда, полетела, полетела звезда. Вот такая песня, вот такой день, последний день этой новогодней эпопеи, да. Вот так встречает нас Новый год. Ну что ж, я даже елочку не стал гасить, пускай будет, пускай она горит так ярко, как горел Топалер, как горели его глаза. Мужчина в самом расцвете сил, можно сказать. Почти ровесник. Наверное, я еще одно скажу, прежде чем закончить сегодняшнюю передачу. Когда он делал свою передачу, мне было достаточно уютно, и я вот почему-то чувствовал, что он со мной прощается. Вот какое-то подсознательное чувство было, что мы с ним прощаемся и можем никогда не увидеться. И мне это чувство передалось тоже, и я почему-то думал, что это, может быть, касается меня. Ну, что может случиться со взрослым мужиком, который живет в Америке, в защищенном государстве правовом, где все в порядке. Это я уезжаю в тьму таракань, где присутствует полное беззаконие. И здесь что угодно может случиться. Но вот получилось так, что я его поминаю в своей передаче. Я вижу всех, кто присутствовал сегодня в эфире. Спасибо Лене Пинчук, нашему оператору. Лен, что ты забыл сказать? Ну, кто в Санкт-Петербурге завтра может к нам на концерт? Да, завтра у меня будет концерт. Приходите. Вот, что еще хотел сказать. Да? Вот продолжается наше с вами путешествие вокруг звезды по имени Солнце с нашей линейной скоростью 30 км в секунду, но уже без Виктора Александровича Топалера. Спасибо ему за то, что он был. Спасибо от всех, от тех, с кем он делал передачи, и от живых. Я думаю, что и выражу эту благодарность и от мертвых, потому что очень уже много тех людей, с которыми он также сляпал портреты, грубо говоря. Добротно, быстро сляпал. Вот. Их уже тоже нет, и они там встречаются.
общем, берегите себя, берегите близких, берегите планету. Пока.